Самые странные и абсурдные исследования в истории. Благодаря любознательности ученых мы имеем возможность пользоваться всеми технологическими достижениями, известными нам сегодня. Но благодаря все той же любознательности ученые, случается, занимаются странными, а то и попросту глупыми вещами. Вот кое-что странное из того, что действительно изучали ученые, и главное, что же они узнали. 1. Ученые физики из американского физического общества определили, что можно нагреть кофе в чашке, если кричать на него. Для этого нужно постоянно кричать на чашку в течение первого года, 7 месяцев, 26 дней, 20 часов, 26 минут и 40 секунд, чтобы произвести достаточную звуковую энергию. 2. Марокканский султан Мулай Исмаил имел 1171 ребенка от 504 женщин. Некоторые ученые считали, что столько детей иметь невозможно, а ученые из Венского университета решили подсчитать, сколько половых актов надо было совершить султану, чтобы зачать такое рекордное количество потомков. Они хотели доказать, что такое вполне возможно. По их расчетам, султану потребовалось бы заниматься сексом как минимум один раз в день. И для этого ему нужны были бы даже не 504, а от 65 до 100 женщин. 3. Вы никогда не задумывались, насколько скользкой может быть банановая кожура, когда вы наступаете на нее? Ученых из университета Китасата заинтересовало это. Они высчитали, что коэффициент трения, сила трения между двумя телами, между бананом и полом равен около 0,7. Для сравнения, коэффициент трения между двумя ледовыми поверхностями равен от 0,2 до 0,9. 4. В 1995 году Сигэру Ватанабе, Дзюнка Сакамото и Масуми Вакита решили исследовать способность обученных голубей различать картины Пикассо и Мане. Каждый голубь проявил себя по-разному, одни лучше справлялись с заданием, другие хуже, но большинство, по меньшей мере в 85% случаев, все-таки различали правильно. 5. Японские исследователи подсчитали, сколько времени займет путешествие в космос на космическом лифте. Оказалось, 8 дней. 6. Ученые обнаружили, что бананы слегка радиоактивны. Они предупредили, что для предотвращения риска получить опасную дозу радиации, следует съедать не более 1 миллиарда бананов за один присест. 7. Ученые из университета Джунтенда, Япония, решили выяснить, какая музыка поможет подопытным мышкам, перенесшим операцию по пересадке сердца, прожить дольше. Они использовали 3 жанра музыки: оперу, травиата, классическую Моцарт и нью эйдж-эния, для 3 групп мышей с пересаженными сердцами. Оказалось, мыши, которые слушали оперу и Моцарта, прожили дольше, 26,5 и 20 дней, соответственно. Мыши, которые слушали Энию, жили только лишь 11 дней. 8. Ученые из института Бабрахама в Кембридже разобрались, насколько хорошо овца запоминает морды своих сородичей. Исследование показало, что овцы могут запомнить до 50 морд других овец. Они также хранят знакомый образ в памяти до 2 лет. Это около трети их жизни, однако они не могут различать человеческие лица. В их защиту можно лишь сказать, что человек ведь тоже не может в большинстве случаев отличить одну овцу от другой. 9. Благодаря исследованиям Дэвида Коула, мы теперь можем вздохнуть спокойно, ведь, как оказалось, человеческое мясо гораздо менее питательно, чем мясо крупных животных. Каннибалы, не морите себя голодом. 10.
Амос Долбер рассчитал формулу, с помощью которой можно узнать температуру воздуха по стрекотанию сверчков. Подсчитайте количество стрекотаний за 15 секунд и добавьте 40. Результат – это температура воздуха в градусах по Фаренгейту. 11. Благодаря исследованиям Паула Ромао и ее коллегам, теперь мы знаем то, что миллионы бабушек знали и практиковали всегда. Слюна – действительно эффективное средство для чистки грязных поверхностей. 12. В ходе исследования ученые из Университета Миннесоты выяснили, что в сиропе люди плавают примерно с той же скоростью, что и в воде.